Ребята, всем привет! У нас с утра, смотрю, все чаты забились на тему того, что в Сочи выпал снег, что многие вообще испугались и никуда не поехали, что для меня стало большой неожиданностью. Ну вот, смотрите, у нас даже и ничем не пахнет, как бы никаким снегом, но, тем не менее, вот за этой сейчас машиной вы увидите машину, которая имеет на крыше снег. Вот это действительно удивительно. Но эта машина явно приехала отсюда с какой-то возвышенности. То есть на возвышенности, да, на где-то гористой местности, то там однозначно, конечно, может какой-то снежный покров и остаться. Это еще раз говорит о том, что Адлер действительно южнее, здесь теплее. Даже смотрю, когда прогноз погоды, температура отличается на пару градусов. Недавно вот я с Адлера приехал в центр. Вот мы с Максимом ходили, делали проект, заказывали на наши дома. Вот, и действительно было прохладно. Я говорю, что такой дубак-то у вас тут? То есть все равно даже вот ощущение 2 градуса, ну, казалось бы, да, а тем не менее все-таки разницу ощутимо у нас. Пока снимал видео, у нас вышло даже солнышко, сами можете видеть. Если насыпет в Сочи снегу, то, естественно, лучше всего оставаться дома, не выезжать на улице, потому что... Ну, наверное, 80% вообще зимнюю резину здесь не переобувают, и поэтому достаточно небезопасно выезжать в такой период времени. Продлевается это достаточно недолго, в некоторых случаях он вообще через несколько часов сам тает. В исключительных случаях машины специальные, которые поливают улицы в летний период, допустим, времени, да, они закачивают туда морскую воду и морской водой поливают улицы, где произошла там наледь, допустим, или снежный покров. Что для меня было, конечно, удивление, но на самом деле это лучше, чем сыпать какую-нибудь соль, грязь, там, песок там, и так далее. Ну и вот у нас уже, пока я сидел в автомобиле, уже вылезло солнце, начинаются просветы. На следующей неделе, на самом деле, уже будет до 16 градусов тепла. Будем надеяться, что у нас под Новый год будет очень комфортная температура. Так что вот такие у нас погодные катаклизмы. Всем пока!